Хэппи-энд. Экзотическая беглянка вернулась домой после месячного отсутствия. Владельцы игуаны считают это просто чудом. Литературное улучшение имиджа. Пугово уникальное место. И вот, наверное, ни один больше, ну, вот так говорить, культурный институт, он не предполагает вот, эффективность такого проекта. На страницах российской литературки появятся труды северокавказских авторов. Растет количество пенсионеров. И уменьшается количество работающих людей в Российской Федерации. Чем дальше, тем страшнее. Пятигорск присоединился к обсуждению проекта «Стратегия развития пенсионной системы». Это «Городские новости», в студии Елена Корниенко. Здравствуйте. Визиты к стоматологу должны стать для любого пятигорчанина обычным, а не чрезвычайным, связанным с болью делом. И еще это должно быть в шаговой доступности. Для этого в окружной столице после капитальной реконструкции открылся филиал стоматологической поликлиники, который долгое время был закрыт. Времена карательной и зубодробительной стоматологии периода застоя прошли, а зубоврачебные кабинеты в мегаполисах стали появляться так же часто, как и салоны красоты. Но в таком небольшом городе, как Пятигорск, закрытие филиала городской стоматологической поликлиники не прошло незамеченным. В течение нескольких лет жителям района Ново-Пятигорск пришлось обращаться к зубным врачам за пределами своей территории, что было крайне неудобно, особенно пожилым людям. Приходилось туда в город ездить. А потом я проезжаю, смотрю, мы открылись. Я так обрадовалась, думаю, на всякий случай пойду узнаю. Я пришла, все нормально. Филиал отсутствовал долго, почти 7 лет. Здание, построенное в 1952 году, со временем обветшало и стало аварийным. В 2010-м началось постепенное его возрождение в прежнем качестве. Из бюджета Пятигорска на ремонтные цели выделили более 3 миллионов рублей, и все изменилось. Красиво, я же говорю, как у вас красиво, чисто. Кроме того, закупили новое современное оборудование. И теперь девиз советской стоматологии «Хорошо зафиксированный клиент не нуждается в анестезии» здесь неуместен. Лечение совершенно безболезненно. Но если страх и остался, то на уровне инстинктов. Зубка у нас с ним все хорошо. Снять коронку, переделать его, если необходимо, пролечить. Многие забывают, что до сих пор в России существует бесплатная стоматологическая помощь. Если у вас есть полис медицинского страхования, то вам как раз сюда. Например, небольшое дупло здесь запломбируют бесплатно. А для пятигорских пенсионеров действует серия льгот, особенно в части протезирования. Но, как и везде, в филиале городской стоматологической поликлиники есть и платные кабинеты. И разница отнюдь не в качестве лечения, уверяют медики, специалисты все хорошие. Просто лечить зубы можно и без помощи новейших дорогостоящих материалов. Проверенные временем технологии на поверку оказываются не хуже. В Пятигорске стартовала акция «Дороги-2013». Каждый пятигорчанин может направить свои предложения по реконструкции автодорог в ящик «Письмо главе города» с пометкой «Дороги-2013». По итогам акции будет сформирован перечень улиц и проездов, которые остро нуждаются в ремонте. Пожелания граждан будут обязательно учтены при реализации программы реконструкции улично-дорожной сети города, на которую с федерального бюджета город получит 500 000 000 рублей. В 2005 году дефицит Пенсионного фонда России составлял 30 миллиардов рублей, а сейчас 1 триллион 300 миллиардов. Власть хочет обеспечить стабильность Пенсионного фонда и предлагает новую реформу. Представленные документы Минтруд должен обсудить с экспертами, с работодателями, с руководителями негосударственных пенсионных фондов. Обсуждают нововведения в Пятигорске. Сегодняшних пенсионеров реформа не касается вообще. Речь идет об их детях и внуках. Какую они будут получать пенсию, откуда она будет браться, а также в какой экономике они вообще будут жить. Последний раз глобальную реформу пенсионная система переживала ровно 10 лет назад. Тогда появилось понятие «обязательная накопительная часть пенсии». Вот и копили. Теперь проект Минтруда предполагает постепенный уход от накопительной системы и перевод ее в распределительную. Государство дает всем понять, накоплений, то есть сбережений граждан, больше не будет. Меняются правила игры и для бизнеса. К примеру, с начала 2013 года Минтруд хочет увеличить тариф страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Никакой мотивации к работе в белую у людей не остается. Думали, что белые конверты исчезнут, работодатель выйдет на поверхность, будет платить честную белую зарплату. Тем не менее,
все остается по-прежнему. Хотя ситуация и меняется к лучшему, но тем не менее она далека от идеальной. Но проблему дефицита пенсионного фонда решать все же необходимо. Сегодня у нас 37 миллионов пенсионеров, в 2020 году будет 42 миллиона. А трудоспособных граждан сегодня примерно 46 миллионов, то есть на 9 миллионов человек больше, чем пенсионеров. Но по прогнозам в 2028 году количество работающих и пенсионеров сравняется. Вот где критическая черта. Сотрудники пенсионного фонда Пятигорска видят пробел в большом количестве льготников. Льготники в Российской Федерации составляют огромное количество людей, около 2,5 миллиона человек. Все льготники, уходя на пенсию досрочно, по первому и второму списку, получая пенсию, из них 75% продолжают трудиться на производстве. К слову, новая реформа предлагает сформировать механизм вывода работников, уходящих на пенсию досрочно, в пенсионную корпоративную систему. В принципе, вся новая система будет подразумевать три источника пенсии – государство, предприятие и сам человек, если он рассчитывает на себя. И еще, новая пенсионная реформа увеличит трудовой стаж до 40 лет. Впрочем, все это еще будет обсуждаться и, возможно, корректироваться. Эксперты предлагают в этом вопросе шире смотреть на возможности всей экономики России, а не изыскивать средства внутри самой далеко неэффективной пенсионной системы. Депутаты Пятигорска приняли поправки в бюджет на 2012 год. Одно из решений – выделить 700 тысяч рублей на ремонт помещения для женской консультации в здании «Импульса». Тем самым будут разгружены другие профильные медучреждения, которые взяли на себя нагрузку консультации номер один на проспекте Кирова, пострадавшей от взрыва в 2011 году. Также думцы согласились на изменения в социальной программе. Теперь адресную помощь на ремонт жилья в размере 50 тысяч рублей будут получать не только фронтовики, но и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. Их в Пятигорске 1300 человек. Также думцы утвердили проект памятного знака расстрелянным мирным жителям и бойцам Красной Армии в период оккупации Пятигорска в годы Великой Отечественной войны. Знак планируют установить на стене мемориала воинского кладбища к 70-летию освобождения города от фашистов. Аэропорт «Минеральные воды» дождался своего миллионного пассажира. Подробности далее. Рутинное прощание с курортом и радостное возвращение домой в аэропорту «Минеральные воды» в минувшую среду было гораздо более волнующим, чем всегда. Еще бы, каждый из пассажиров мог стать миллионером. Точнее, миллионным клиентом. У некоторых ожидающих рейса даже появился соблазн испытать судьбу и немного задержаться. Но это от рейса зависит. Мы вылетаем, 12:40 у нас вылет. Удовольствием подождали бы стать миллионным пассажиром. Знаменательного события ждали не только пассажиры, но ждал весь аэропорт. На официальном корпоративном сайте международного терминала «Минеральные воды» ежедневно фиксируется количество пассажиров. Отсчет начался с 1 января 2012 года. Конечно, миллиончики были раньше, но старожилы уже позабыли те времена. Экономический рывок, который сделала новая команда управленцев при содействии правительства Ставропольского края, позволил за 2 года работы снова подойти к заветной цифре. Эта цифра означает точку невозврата к тем временам, когда аэропорт переживал не самые хорошие времена. Чтобы ожидание неизбежного не стало слишком мучительным, прямо посреди зала был организован флешмоб с танцами. Тем временем момент истины приближался с каждой секундой. Пока у стоек регистрации сотрудницы оформляли багаж, бесстрастные компьютеры методично подсчитывали пассажиров. И вот она, долгожданная цифра – миллион. Супруги Максимова не стали спорить за приз. Вместе прилетели, вместе отдыхали. Значит, и удача пополам. Ставропольский край, Кавказские минеральные воды – это вот наша здравница. Вы приезжаете сюда, и хотелось бы, чтобы летали чаще. Мы сделаем все возможное, чтобы перелет был комфортным и безопасным. Поздравляем вас. Спасибо. Чита Максимовых возвращалась с отдыха в Пятигорске домой в Комсомольск-на-Амуре. Лучшим воспоминанием о курорте должны были стать 1500 фотографий. Красиво, очень здорово. У вас очень хорошие люди, очень добрые. И спасибо вам всем огромное. У нас много положительных эмоций отсюда мы идем. И вообще у нас хорошее впечатление от курорта осталось. Самое удивительное, что самолетом Ирина Максимова летела первый раз в жизни. Впервые отдыхала в Пятигорске и еще никогда в жизни ничего не выигрывала. А тут такое совпадение. Под стать событию и подарки. Чемодан с сумкой, электронная книга и сертификат на ювелирные изделия. А еще отдых в зале для VIP-клиентов и полет домой в бизнес-классе. Мало того, спецобслуживание в Минераловодском аэропорту для миллиончиков будет действовать до конца года. Есть смысл повторить путешествие.
Выездное заседание Краевого совета женщин, посвященное проблемам семьи, материнства и детства, состоялось в санатории Пятигорский Нарзан. За круглым столом собрались депутаты Думы Ставропольского края, руководители районных женсоветов, члены Пятигорского совета женщин. Аристотелевская семья, ячейка общества звучит сегодня актуально, как никогда. Древнейший афоризм не зря пропагандировали и в советское время. Воспроизводит население, передает новым гражданам язык и нравы именно семья. Проблемы семьи, материнства и детства на сегодняшний день – это основные проблемы. Потому что семья – основная ячейка общества, потому что семья – это фундамент государства. И потому что от того, как мы с вами, женщины, будем относиться к проблемам семьи, от того, как мы будем, собственно, заниматься своими собственными детьми, своими семьями, зависит завтрашний день не только нашего города, нашего края, но и нашего государства. Программы по поддержке и защите семьи приняты и действуют уже во многих районах края. В их разработке и реализации активную роль играют женсоветы. Председатель Краевого совета женщин и народный депутат Надежда Сучкова намерена выступить с законопроектом, направленным против насилия в семье. Нам очень хочется поддержать ставропольчанок, чтобы все-таки вот этот закон, он принес благополучие в семье, чтобы немножечко стали вести себя более осторожно в семье, чтобы появилось больше уважения в семье. Без понимания в семье у нас не получится ничего. Опытом отстаивания интересов прекрасной половины Пятигорска поделилась собравшимися руководитель городского совета женщин Наталья Обалдуева. Право на получение льготных 50% и бесплатных санаторно-курортных услуг получили родители, имеющие на иждивении 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Участники круглого стола сошлись на необходимости создания краевой программы, защищающей и пропагандирующей семейные ценности материнства и детства. В программный документ также войдут вопросы профилактики в крае, ранней беременности и абортов у несовершеннолетних. «Кавказский литературный круг» – новый проект Пятигорского лингвистического университета и литературной газеты показывает Северный Кавказ не диким и опасным, а лиричным и мечтательным. Как поэзия может помочь положительному имиджу региона? В сюжете Игоря Кувшинова. Визит очередного московского гостя в ПГЛУ произвел настоящую культурную революцию. Юрия Полякова, известного писателя, главного редактора литературной газеты и члена президентского совета по культуре и искусству, неожиданно заинтересовал проект, посвященный творчеству народов Северного Кавказа. Долго думали о форме. Все-таки очень серьезный орган печати с колоссальнейшими историческими традициями, собственной стилистикой, со своим голосом. В конечном счете мы пришли к выводу, что это должна быть газетная полоса, может быть, две. И мы должны посвятить эту полосу, в этом состояла суть идеи, творчеству молодых поэтов и писателей, молодых ученых Северокавказских республик. Смысл этой долговременной акции – открытие читателям России современного культурного пространства региона. Имена литераторов, которые давно и хорошо известны пятигорским руководителям проекта, теперь услышит вся страна. Тем более, что за годы после распада СССР на Кавказе выросли новые, искренние и самобытные авторы. Мы только обратились к ним, а они словно уже ждали этого. У каждого у них, уже, скажем, в каждой республике Северного Кавказа, как бы уже сформирован вот этот пласт, собран в какой-то своеобразную такую виртуальную библиотеку Борхеса, произведения, которые буквально просятся всероссийскому читателю. В первый выпуск Кавказского литературного круга вошли стихи одного балкарского и четырех осетинских поэтов. Среди маститых литераторов не затерялась и второкурсница ПГЛУ Яна Гончарова. Очень сложно пробиться на такой высокий уровень людям, которые пишут и печатаются здесь, в региональных газетах и изданиях. Это очень хороший шанс для тех, кто хочет, чтобы его творчество было услышано не только местными, но и более широкой публикой. Два перевода малоизвестных британцев не в полной мере отражают потенциал студентки. Будь ее воля, она предложила бы читателям самой интеллигентной газеты России свой вариант «Ромео и Джульетты». «Вероне славны, где два своенравных, древнейших рода, оба меж собой, величием и неприязнью равных, ведут ужасный, нескончаемый бой, по воле неба любят дети сих, семейств друг друга,
но ведет судьба к погибели чередой за счастье их. Совместная московско-пятигорская редакция не намерена ограничиваться только местной беллетристикой. В будущем на страницах литературки появятся труды северокавказских ученых, обзоры новых учебников, монографии. С помощью всероссийского еженедельника Пятигорск сможет формировать региональную литературную среду, поддерживая таким образом свой статус культурной столицы Юга России. На прошлой неделе пятигорские спасатели снимали с дерева не заблудшего котенка сердобольной хозяйки, а полутораметровую игуану. На тот момент на экзотическую беглянку никто не претендовал, но после выхода в эфир сюжета о необычной находке обнаружились ее хозяева. Знакомьтесь, игуана обыкновенная, крупная ящерица, ведущая дневной древесный образ жизни. В диком виде встречается в Центральной и Южной Америке. И, как на днях выяснилось, еще и в Пятигорске. Мексиканец Яго появился в семье сантехника Сергея и домохозяйки Анны 4 года назад в коробке из-под обуви. Теперь для почти метрового ящера и террариума маловато, так что ходит он по всему дому и спит на кровати. Вообще Яго – личность свободолюбивая. Когда тепло, гуляет во дворе, лазает по деревьям. Вот эта самоуверенность игуану-то и подвела. В августе Яго пропал. Сергей с Анной расклеили объявления по всему району. Ждали, наверняка кто-то увидит экзотичное животное. Но прошел месяц, все объявления оборвали, а их дракон как в воду канул. Но, к счастью для Лопанских и самой игуаны, зверушку обнаружили возле своего дома пенсионеры и позвали спасателей. Изначально было сказано вообще неизвестное животное, очень похожее на крокодила. На четырех ногах. Ну, когда приехали, увидели вот этого чудное игуанку. На уровне где-то этажа 3-4, наверное, на дереве сидела. Конечно, интересное животное. Очень сильное. Вот я ее сейчас еле удерживаю руками. Привыкшие иметь дело с кошками да собаками, МЧСовцы никак не могли справиться с ловкой ящерицей. Очень тяжело снять с дерева, потому что цепляется лапами, вот судя. Вот, вы сами видите. Висит на буквально тоненькой веточке с палец, и достать ее оттуда очень проблематично. За те несколько часов, что игуана провела в отряде пятигорских спасателей, Яго был переименован в Варю, ему оборудовали живой уголок и дали угощение. А новость о пойманной рептилии через СМИ быстро дошла до его хозяев. Рады так были, ужас. Скорее сразу давай звонить всем, расспрашивать дедушке, который нам сообщил. Съездили к нему, потом к спасателям поехали. Да. Они обрадовались, что мы вернулись за ним, да, Даша? Угу. Ну и как он вас признал-то? Ну, не кинулся, это точно. Он так спокойно смотрел. Это он, наверное, папа, был рад уже, сколько можно было гулять. Месяц скитаний сделал Ягу осторожным. Пока рядом чужие, рептилия даже любимую овсянку ест без всякого удовольствия. Теперь хозяева будут более внимательны к своему домашнему ящеру. Гулять игуана отныне будет только под строгим присмотром. На этом все. Эти и другие новости, как всегда, на официальном сайте Пятигорска. Прощаемся на неделю. Удачи и берегите себя.